Вот такие необычные украшения появились в ассортименте магазина «Серебряная птица» от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Это серьги и браслеты из серебра 925-й пробы в покрытии родирования. Вставка на изделиях – хрионит. Как мы уже говорили ранее, крестики считаются уже не только религиозным символом, но и аксессуаром, который вполне подходит для повседневного выбора. Создавайте образы, которые вам по душе, и не бойтесь экспериментировать. А наш магазин с удовольствием вам в этом поможет. Паспортный вес серег 3,5 грамма, браслета 1,7 грамма. Обратите внимание, браслет подбирается по размеру, на нем отсутствует цепочка-регулятор.